традициями, с этим и, конечно, с наукой и образованием. И приглашаем вас на наш стенд. Это, я напоминаю, стенд Республики Северная Осетия Алания. И у нас неделя науки и образования. А я сейчас приглашаю на эту сцену ансамбль «Уаденс», руководителем которого является Дзебисова Алла Тотровна. Она именно поддерживает национальные традиции и возрождает традицию игры на национальных инструментах. В частности, такой инструмент, как «Далахандер». Сейчас вы увидите, как он звучит в исполнении наших талантливых детей. И я приглашаю на эту сцену ансамбль народного инструмента «Уаденс».
пофлопайте, пофлопайте.